Всем привет, дорогие мои друзья, и с вами Любовь и мой мирок Орхидей. Ребят, сегодня у нас подошло с вами время поливать вот этих красавиц. Прошло, по-моему, чуть больше недели, маленечко позже скажу более точное время, когда мы с вами их поливали. Есть видео на канале «Первый полив после реанимации». Эти орхидейки у нас были с вами после реанимации. Первые 5 дней, 4-5 дней мы выдержали после посадки без полива. И через 5 дней мы с вами замачивали их практически полностью, но не до конца. Водичка у нас не была до самого верха. Это для того, чтобы верх грунта сильно не намок и не пострадала опять наша шея, которая и так до этого была больная. Мы наращивали очень долго корешочки вот у этих орхидеек, да. И вот у нас уже с вами подошло время второго полива. Я вам обещала показать, как я вообще поливаю свои орхидейки. Но вот эти именно, и то, что я их не трогаю с места, поливаю их на месте, и как у меня это происходит, я вам обещала показать. Но именно вот эти реанимашки мы с вами сажали в смешанный грунт, который грунт подойдет для всех орхидей, то есть и для бульбовых, и для морковок, и для котлей, и для, ну скажем, для всех орхидей, которым требуется субстракт. Вот скажу так. То есть этот грунт подойдет для всех. А о грунте выйдет следующее видео. Я думаю, что завтра. И вы сможете увидеть, какой нужен грунт, в принципе, для всех орхидей. И не то, что нужен, а он подходит просто всем орхидейкам. Не обращаем на шум, это Мартюша играется. Вот. И после полива, вот у нас уже после первого полива прошло время, и их пора поливать. И для того, чтобы мы с вами смогли рассмотреть, что там внутри и как, я сейчас их перенесу на более удобное место. Вот только для съемки перенесу и покажу вам, что там внутри горшка сейчас происходит. Посмотрим, как они себя чувствуют и как будет происходить полив. И у меня еще задавали много вопросов. Кстати, да, поливали, сажали, поливали. Мы в воду добавляли с вами формайод. На литр воды можно примерно 8 капель формайода. И второй полив у нас с вами был конкретно с формайодом. То есть тоже видео про этот полив есть у нас на канале. Есть плейлист. Зайдите в плейлисты и посмотрите. Ну а теперь давайте я перенесу эти орхидейки, и мы с вами каждую из них рассмотрим, что там внутри, и покажу вам, как я буду поливать эти орхидейки и небольшую часть из своей коллекции, которая уже более взрослая, как и в чем они сидят, и как я их поливаю. И забыла еще сказать, что этот полив подойдет под разные условия домашние климатические, то есть как под сухой воздух, так и под повышенную влажность. Давайте не буду занимать ваше время. Продолжим показ дальше. Так, ребят, принесла я все растюшки, которые у нас были после реанимации, пересаженные, да, и запускаем их не корешочки для работы, потому что корешки у них были, нарастали над водой, воды они не касались, пить они сами еще не умели, поэтому мы их поливаем постепенно, приучаем. Сейчас уточнила, посмотрела, когда у нас с вами был первый полив. То есть через 5 дней мы с вами их поливали после пересадки первый раз. Сажали мы их чуть-чуть, почти в сухой субстракт. Как делать этот субстракт, я вам обязательно покажу в следующем видео.
И второй полив у нас с вами был на пятый день заливом полностью, но горшочек заливали не доверху. Минут 20 они у нас вот так стояли. Потом водичку мы с вами полностью сливали. Ссылочку на это видео я вам оставлю под этим видео, так же, как и на моей соцсети. Ссылочка будет под видео. И водичку мы полностью сливали, но какие-то капельки в горшочек все равно попали. То есть я не дожидалась, когда чего там у нас уйдет. И вот давайте, вот это у нас джимпишная орхидейка была, помните, да? Вот у нее вот такой чудесный корешочек здесь проклюнулся. Я вам его и тогда показывала. Сверху видно, что субстракт сухой-сухой, циофлора белая. И давайте будем смотреть, что же у нас тут внутри. Вот корешочки, субстракт не просох еще до конца, а прошло 10 дней, 9 числа мы с вами их поливали. Так что у нас тут опять с фокусом. Вот. 9 января 2020 года мы с вами их поливали. Субстракт до конца еще не просох у меня, видите? Влажность у меня дома практически нету, то есть где-то 30%. Но ничего, как вы видите, не заплесневало. Вот раскукленный корешок. То есть корешки научились самостоятельно пить. Они стояли все вот эти дни просто во влажном субстракте. Вот они, корешочки. Вот раскукленный корешок. Вот раскукленный корешочек, смотрите. Это у нас джимпишная орхидейка, которая не хотела тоже жить. Сейчас я ее поставлю обратно в горшочек, в ее, во второй. Так, не показала внизу. Здесь три ножки. Вот они, три вот таких ножки. И какой здесь у них грунт, вы можете посмотреть в предыдущих видео о посадке и о поливе. Сейчас отставлю в сторонку, рассмотрим. Давайте другую джимпишную. Джимпишных было две. Это голландские орхидеи, которые не хотят никак жить у нас. Вот видите, здесь тоже нет водички сейчас. Мы ее с вами также сливали полностью. И вот он у нас субстракт. Практически он сухой. Верх полностью весь просох. Низ чуть-чуть влажный, потому что там внизу находится циофлора и чуть-чуть мха. Он чуть-чуть у нас внизу влажный. Но так как корешки все наверху здесь были, то есть там вот корешки где-то находятся вот так поверху. Если у предыдущей они доходят до низа, у этой орхидейки они до низа не доходят еще. Они, мы сажали с вами, она была маленькая, с малюсенькими корешками. И они у нее где-то вот на этом уровне. То есть уже влаги они давным-давно не касаются. Просто вот это испарение маленечко идет и ее подпитывает. Даже мох, видите, сухой весь стал. Внутри циофлора светлая. И, как вы заметили, в каком состоянии мы их сажали, в таком состоянии они сейчас и находятся. Вот этот корешочек как был с маленькой пимпочкой раскукленной, так он с ней и остался. Напомню, что формайода на литр воды можно 8 капель. И для полива, и для пролива, и перед посадкой можно грунт смочить. Либо корешочки, шейку мы с вами с формайодом замачивали. Вот тоже у нас вторая, ой, третья орхидейка. Ну, здесь еще рано корешки рассматривать. Сверху вот они, которые были в грунте поверху, вот они, никто не испортился. Вот они, наши красивые корешульки, все с ними прекрасно. То есть, которые были чуть-чуть корешков сверху, ничего с ними плохого не произошло. Все замечательно. То есть, формайод очень хорошо подействовал на них.
Это у нас с вами ни клещи, ничего. Это был отек от неправильного полива. То есть, когда мы наращивали корешочки, ей в какой-то момент не хватало влаги. Поэтому произошел отек. Но это все постепенно теперь восстановится. Страшного в этом ничего нету. Это у нас с вами четвертая орхидейка. Вот она съедает листик. Вот у нее виднеются корешочки. У нее, видать, они были побольше. Если честно, я уже даже и не помню, у кого какие. Но знаю, что практически у всех корешки-то были не очень большие. Вот корешочки у нас с вами сверху. То есть они не испортились. Все с ними замечательно. Вот, субстракт тоже до конца. Ну, чуть-чуть он влажноватый внутри. Прошло 10 дней после полива. Пятая орхидейка. У этой орхидейки вот такая ножка одна. У нее подрос листочек с того момента. Кто внимательно смотрит, да, наше видео, те, я думаю, это заметят, потому что вот у нее даже, видите, в серединке вот эта вот часть, она светлее. То есть орхидейка тронулась в рост. И ее тоже все устраивает. Вон там видно серенький корешочек. Он не испортился, он есть. Все с ним хорошо. Вот тоже корешок. Этот зелененький, больше попадало на него влаги. Ну, копать, ковырять внутри не будем. Здесь она полностью вот так посажена. Со всеми корешочками, что у нее было. И вот эту вот красавицу я вам не так давно показывала. То, что она отсушивает листик, да, так активно начала. Вот он отсох, этот листик, вот до такого прям сухаря-сухаря, и отвалился. Вот эту чешуйку, которая осталась, надо аккуратненько-аккуратненько зачистить. Желательно это сделать пинцетом. Но пинцет не приготовила. И сделаю это аккуратно своими ногтями. Сейчас уберем вот этот кусочек коры. Для чего снимать надо эти чешуйки? Потому что под этими чешуйками могут проклевываться новые корешочки, цветоносы. И так как они очень-очень такие сухие, жесткие, они просто не дадут орхидейке, точнее корешочкам, нормально проклевываться. Конечно, если бы у меня руками сейчас это сделать не получилось, я бы взяла пинцет. Ну вот, все у нас в принципе получилось, мы убрали эту чешуйку. Вот они тоже, ее корешочки сверху. Все с ними прекрасно. И давайте посмотрим. Так, это ёшни был кусочек коры. И посмотрим с вами тоже, что же у нее в горшочке. Ну, в горшочке тут также все замечательно. Вот он, растущий корешок. Влага внизу еще чуть-чуть есть. Заметьте, 10 дней прошло. Влага в горшочке еще держится. Вот раскуклился корешочек, пошел в рост. Вот тоже корешок. Вот корешочки замечательные. И вот она также на таких же трех ножках. То есть субстракт воздушный-воздушный. И здесь все внутри все равно дышит. Стоят они у меня, вы видели где, не на окне, а на стене в зале висят. На самодельной полочке, скажем так. И как же я буду их поливать? Вот здесь у меня рядом, не знаю, вам, наверное, не видно. Давайте я вам вот так вот, наверное, поверну сейчас камеру. Вот. Стоит водичку я набрала. Это простая чистая водичка. Сегодня у нас с вами 19 января. Вся вода сегодня у нас святая, и думаю, это вдвойне поможет нашим растюшкам. И давайте я вам буду показывать. Есть у меня вот такая груша, мне очень нравится ей пользоваться, она вот такая крупная. Ну,
Ей пользуюсь я, в принципе, очень редко. Я пользуюсь леечкой с длинным горлышком, потому что, ну, в леечку больше входит водички, и гораздо мне удобнее из леечки поливать в каких-то моментах. Ну, где-то вот я пользуюсь этой грушей. И как я поливаю орхидейки. Вот если они у меня стоят вот так вот, да, на одном месте, то есть я их с места не таскаю, они у меня стоят на одном месте. Я беру вот так по краюшку и проливаю вот именно по краюшку. Где достать не могу вот так проливать, значит я лью просто вот так вот с одного краю водичку. Смотрим вниз, как водичка опускается у нас с вами вниз. И до какого уровня я сейчас налью водичку и оставлю. Ну, давайте уж раз мы ее сняли, польем и с этой стороны, потому что это на данный момент удобно делать. Но когда не подлезьте ни с одной стороны, я с одной стороны на другую не перепрыгиваю. То есть не тянусь там ни лейкой, ни грушей, потому что я могу попасть в серединку, капнуть водой. И не заметить, и загнивания тогда шеи не избежать. Но раз уж я их сняла, вам показываю, я пролью их вот так. То есть по краюшку, возле шеи ничего не лью. Ну, а если они у нас с вами стоят на одном месте, значит, это происходит вот так по одному краешку, прям по стеночке горшочка. Так, вам не видно, как водичка наполняется? Сейчас подождем. Вот у этой орхидейки корешочки мы видели с вами, да, что они доходят почти до низу. И нам надо, чтобы сейчас водичка коснулась второго горшочка. Внизу у нас с вами лежит керамзит. Ну, теперь давайте посмотрим, что же у нас с вами здесь внизу. Видите? Вот он у нас второй горшочек. Так ровно поставлю. И буквально прям полмиллиметра касается водичка второго горшочка. И вот так вот с таким количеством воды этот горшочек будет у меня стоять. То есть чуть-чуть коснулось дна. Вот у этой орхидейки у нас с вами на данный момент... Сейчас... Нет, давайте вот у этой, потому что я точно знаю, что у нее... джимпишная орхидейка, у нее корешки были все вот здесь, только сверху-сверху. Поэтому этой орхидейке мы нальем воды и оставим больше, чем у первой. Поливаем тоже аккуратно, прям вот по краюшку горшочка. В принципе, ничего сложного в этом совершенно нету. У шеи никогда я не поливаю, у шеи у меня всегда сухой субстракт. По крайней мере, я стараюсь его сделать так, чтобы он у шеи был всегда сухим. И вот так по краюшку мы подливаем с вами водичку. Вот видите, у второй орхидейки чуть-чуть, вот если взять горшок напополам, от низа не получается середина горшка. То есть вот прям буквально на палец второй горшок касается водички. То есть буквально 2 сантиметра. Если в том горшочке прям миллиметр водичка касалась горшка, в этом горшочке, потому что корни все наверху, водичка будет находиться вот так здесь у меня. Так, возьмем следующую. Сейчас рассмотрим, что здесь у нас внизу много керамзита, циофлоры. Да, внизу у нас большая часть циофлоры и керамзита. Но когда они будут стоять на месте, и мы же так не будем их
поднимать каждую, рассматривать. Это сейчас я просто как бы это все поднимаю, показываю специально наглядно для вас. А так вы будете помнить свои посадки, что у вас в каждом горшке внизу лежит, ну, то есть вот 2 сантиметра слой керамзита. И вот так поливаем по краешку горшочка. Есть возможность полить с обоих краешков горшочка, значит, поливаем с обоих. Нету возможности, значит, поливаем с одной стороны, именно по краешку. Чем хорош еще этот полив? Когда вы будете поливать вот так по краю, вода, если жесткая вода, и будете поливать прямо на корни, эти корешочки будет у них такой серый вид, некрасивый, как будто обожженный. А вот именно вот такой полив будет, если у вас происходить, да? Если еще сверху у кого-то есть возможность положить мох сфагнум, тоненький слой, то мох сфагнум будет 100% задерживать все вот эти нехорошие примеси, которые находятся в воде. Вот у нас еще один горшочек. Сейчас он пропитается. Здесь тоже будет. Здесь вот мох, керамзит, циафлора. И вот тоже буквально на сантиметр, полтора мы налили водички. И вот так вот с таким объемом воды, просто проливом до низу, они будут у меня теперь стоять. Вот сейчас горшок прям легкий-легкий. И вот так тоже прям по краешку. Вот здесь круглый горшочек. Я не буду наливать вот до сюда воды, потому что здесь ножка круглая у него, одна посередине. Здесь достаточно вот столечко воды. То есть все зависит еще и от горшочка. В принципе, от горшочка, от того, что у вас находится на дне, это много все равно зависит. Вот у нас еще одна крупненькая. Вот так же ее по краешку проливаем аккуратно. Так, попала водичка, брызнула. Нам не надо сейчас попаданий. Растяжки после реанимации. Проблема была с шеей. Поэтому поливаем. Я все свои растения стараюсь поливать вот таким образом. Где подлезть не могу с обоих сторон, значит, поливаю с одной стороны. Водичка долго набирается в грушу. Вот так по краешку набираем водичку. Вот видно, где сейчас еще не касается водичка второго горшочка. Как водичка коснулась второго горшочка, все, водичку можно больше не подливать. Водичка коснулась второго горшочка. Все. И осталась у нас с вами шестая орхидейка, которая совсем активно у нас с вами растет. Джимпишная. И также по краешку проливаем орхидеечку. Никогда до самого верха я ничего не поливаю у своих орхидеек. Вот здесь достаточно вот столько. Корни у нее доходят до низа, и проливом мы ее полили, и вот этого достаточно, когда корни доходят до низа. То есть водичка не касается второго горшочка, но влага будет поступать наверх. А то количество, что мы с вами вот сейчас по краешку здесь пролили, мох находится внутри, там тоже по чуть-чуть, циафлора находится внутри, кора.
И это все постепенно поднимется все равно наверх и напитает нашу орхидейку. И еще у меня очень многие спрашивают, как я поливаю, например, азиатские орхидейки в амху. Эти орхидейки хоть и азиатские, они пришли ко мне во фласке, в бутылочке. Но они уже давно растут у меня, я их рассадила. Сидят они у меня в моем мхе. Вот здесь один сорт у нас с вами. Это один сорт, но высаженный в разное время из фласки. Вот это у нас вот такие вот красавицы. Сейчас я вам давайте... О, мох, видите, как просох, он прям хрустит уже. Сейчас я вам покажу. Я вам ставлю фотографию, что это за красотка. Вот такое у нее название. Вот это все три одного сорта. Но они все, как вы видите, по размерчикам разные. Потому что в разное время были высажены из фласок. То есть детки после инкубатора. Вот. И как же надо их поливать. Вот берем, я беру вот такой стаканчик. Наливаю вот столечко водички. То есть прям вот чуть-чуть внизу. И ставлю ее сюда. Здесь она у меня в принципе и будет потом стоять. Пока мы поливаем, пусть она попьет, я вам покажу. Вот еще одна такая же. Тоже в моем хе. Тут вон у нее активно растут уже корешочки. Сверху вот такие красивые у нас. Видите, корешульки растут в разные стороны. Вот. Вот так она стоит у нас с вами, например, в стаканчике вы ее поставили, да, в другой. И тоже вот так вот на низ наливаете водички. Вот налили вот маленько водички. Низ горшочка того стоит сейчас в воде. И сейчас я вам покажу, до какого момента должен промокнуть мох. Здесь тоже, смотрите, это вот уже такая большенькая красавица. Ф3 она у нас называется в альбоме. Вот. Сейчас на продаже вот такие вот красотки. Большенькие. Которые. И у нас вот здесь такие уже замечательные вон корешульки растут. Корешульки у них растут у всех. Еще один листочек. Уже много листочков у меня проклюнулось. Мне настолько это приятно. То, что мои малыши растут. Вон сколько у нас корешульков тут. Вот. И... Да что, фокус уходит и все. И вот так нальем этой красавице тоже чуть-чуть водички. Налила побольше, чтобы она побыстрее попила. Сейчас попьет, я вам покажу, на каком уровне, в принципе, надо остановиться и больше их не поить. Ну, давайте, пока они у нас с вами пьют. Мох долго впитывает влагу. Поэтому пускай они пьют. А мы пойдем с вами польем немножечко других орхидей, которые есть у меня в моей коллекции. Так, давайте начнем вот отсюда. Вот эта орхидейка у нас стоит просто в таком вот кашпо, да, от другого горшочка. Но она у нас с вами вот в таком вот транспортировочном горшке. Я часто так делаю, сажаю в такие горшочки, а потом куда-то вот в такие вот горшочки ставлю. И как я буду поливать здесь? Здесь я вот так взяла по краюшку и наливаю водички. Здесь она сидит полностью у нас в коре. Смотрим вниз. Все. Вот так с одного краешку, как она у меня стояла. Вот так. Вот видите? Тот горшок стоит полностью на дне второго горшка. И вот на таком уровне я налила водички. Видно было, да, что
полностью-полностью сухие все корешочки. И вот они начинают зеленеть. Все, я ничего сливать не буду, вот так вот все это и оставлю. Пролила по краю, вот попадала, видите, вода, вот я вам говорила про коричневые такие, как обожженные корни. Вот попадала вода, то есть, когда я очень торопилась, вот так вот быстренько-быстренько поливала, попадала на корешочки, они вот так вот портятся. Теперь я стараюсь этого не делать и поливать только по краюшку горшка. То есть кора, мох, что в горшке есть, они будут забирать в себя вот эту, ну, всю, ну, тяжесть в водичке. Видите, начинают зеленеть. Вот здесь вот у меня стоит вот такая вот посадочка огромная. Вот такие у нас тут корешочки. Внизу полностью, если вы присмотритесь, керамзит. Прям много керамзита. Вот прям до сюда керамзит у меня находится. И корни доходят до самого низу. Не пила она давно, некогда прям вообще. И вот так вот, вот по одному краюшку наливаем водичку. Надо было леечку мне здесь взять. Было бы гораздо удобней. Вот, видите, насколько набралась водичка? Ну, сейчас мы с вами еще добавим чуть-чуть. Этого мало. Так, ребят, налила вот леечку водички. Хочу вот вам показать леечку, да, и грушу. В леечке в этой у меня 2 литра воды примерно. Не помню точно сколько. Набираю я вот так, черпаю, и то есть водичка вот так по краешку остается. Вот так именно один раз я погубила свою орхидейку. Да даже, наверное, не один раз. То есть верхние орхидеи поливала, а то, что собралась водичка с этой стороны, я не заметила, она капнула в нижнюю орхидейку, и шея загнила. Теперь я черпнула вот водички, да, из тазика, в котором налила водичку для полива. И протерла полностью вот эту леечку, чтобы она была с этой стороны сухая. И давайте опять будем поливать вот эту красавицу. То есть по краешку. Вот так, по краешку. Это огромный горшок. Я даже не помню, на сколько он литров. Если я не ошибаюсь, на 4. Сейчас поставлю леечку, чтобы вам показать. И вот до этого уровня мы с вами налили водичку. Да, вот до этого прям уровня. Вот если издалека, прям чуть меньше пол горшочка. Сейчас корешочки начнут питаться и позеленеют. Так, что же у нас с вами тут еще? Вот так вот у нас стоит здесь. Ой, пафик. Вот так тоже берем с леечки и с краешку. Стоит он в закрытой системе, в стекле. Вот так чуть-чуть туда поливаем. Вот водичка булькает там. Просачивается вниз. И внизу тоже там керамзит. Здесь большая часть, пафик сидит, у меня большая часть керамзита. И небольшая часть циофлоры и сверху мох. Вот такой пафик. Вот так с краешку. Здесь, потому что здесь у меня их, видите, 4 розеточки. И вот так вот по краешку я полью. Здесь мне это удобно делать. Все, здесь больше не трогаю. Так, давайте леечку оставлю. Польем вот эту вот. Вот обратите внимание, насколько сухая здесь сейчас циофлора. Не поливался он уже давно. И вот так вот. Ой. Вот так по краешку. Смотрим вниз, как водичка наливается. У нас происходит с вами полив. Ну все, горшочка второго коснулась. Этого достаточно. Так, вот эта вот красавица зелененькая. Очень долго цветет, я ее обожаю.
Вот смотрите тоже, как здесь все сухо. Корешочков там много, но их не видно. Я давно не промывала этот горшочек. И тоже вот так вот с краешку берем и наливаем водички. Так, сейчас возьмем яичко. У нас еще в яичке есть водичка. И подбавим еще водички. Все. Вот там, если присмотреться, видно, здесь тоже круглая ножка. Вот они, корешочки. И вот этого, в принципе, здесь достаточно. То, что будет сверху сухо, ничего страшного. Она постепенно, постепенно вся влага поднимется наверх. Так, ну на самый верх я сейчас не смогу пробраться. Давайте кого-нибудь, маленечко водички у меня осталось, польем здесь. А вот давайте вот эту, сейчас пролезу сюда. Она стоит у нас с вами, вот-вот откроет цветочек, тоже была реанимашечка. Простите, что вот так, но тут у меня тюли, и я не смогу по-другому. Вот видите, совсем сухой горшок, сухая циофлора. И вот так с одного краюшку мы с вами поливаем. Водички чуть-чуть не хватило. Ну, в принципе, как не хватило. Вот она, видите, внизу водичка есть. И этого достаточно. Циофлора постепенно поднимется наверх. Вот они стоят у меня в стекле здесь некоторые. Вот еще водичка внизу есть. Вот эти поливать я еще не буду. Листик отсушивает. Это вот полностью уже высохло. Все сухие корни. Она сидит у меня полностью в циофлоре. Каменная роза. Так. Вот эту красавицу мы с вами обновляли. Вот еще вода у нее есть. Поливать не буду. Ну, дорогие мои друзья. А, я вам еще обещала ж показать. Сейчас пойдем посмотрим. Ребят, чуть не попрощалась прям с вами. Полив-то наш в амхе. Совсем забыла. Вот, водичка, кстати, практически кончилась. Чуть-чуть есть. Но этого достаточно, больше ей воды не надо. Вот, намок мох до верха не касается. Этого вполне достаточно. Это вот одна орхидеечка у нас. Вот это вот у нас побольше орхидейка. И вот у нее тоже намок мох. То есть наливали мы водички вот так вот с пальчик. Я всегда говорю, воды в горшке, когда поем, да, если в двойном горшке, значит, вода должна касаться один палец второго горшка. И этого будет орхидеи достаточно. И вот она тоже намокла, пол горшочка у нее. И этого ей достаточно. И вот еще одна у нас тут с вами малявочка. Это была сильно-сильно сухая. Хозяйка очень плохая. Пересушила красотульку. Ну, вот этой красавице можно еще подлить водички, потому что она еще вот чуть-чуть похрустывает. То есть маловато воды она впитала. Прям буквально еще ложечку можно ей подбавить. То есть, чтобы половина горшочка, чуть меньше половины обязательно у вас намокли. Вся остальная часть должна быть сухая. На следующий день вы посмотрите после полива и увидите, что у вас уже без воды мох все равно намок до верха. То есть, он постепенно поднимется наверх. А держать ее в воде, пока у вас не намокнет весь горшочек, этого делать ни в коем случае нельзя. Дожидаемся, когда мох намокнет чуть меньше середины, и убираем. Этого вполне достаточно. Ну, дорогие мои друзья, вот так вот я поливаю все свои орхидейки, не таскав их с места. Эти я перенесла сюда
наши с вами реанимашечки, за которыми мы будем наблюдать с вами, как они себя чувствуют. Я периодически их буду показывать в видео, да, в своих видеообзорах. Ну, вот так вот они, вот смотрите, уже выпила водичку, ее стало гораздо меньше. Вот, тоже уже попила. Давайте я вам, наверное, покажу теперь еще корешочки у тех орхидей, которые уже попили, которые находятся вот там в другой комнате. Сейчас мы с вами их поливали, как намокли у них корешочки. Ну вот, смотрите, видите, орхидейка начала постепенно водичку поднимать наверх. Вот они, ее корнюшки. Но вот разве бы она растила свои корни вот в таком масштабе, если бы ей не хватало воды, если бы ей было очень сыро или бы ей было очень сухо? Да нет, конечно. Она у меня только отцветает и зацветает опять. Это фата Моргона. Я ее очень часто показываю у себя на страничке. Вот ее корешочки. Здесь вот можно посмотреть. Здесь трубочка стоит у меня еще. Это старые-старые мои поливы. Наверное, года 3 назад я так сажала с трубочками. Видео, кстати, тоже есть у меня на канале. Вот. Ну, и вот так вот чувствуют себя наши орхидейки. Здесь у нас с вами посадочка в кедровый орех. В скорлупу кедрового ореха. Вот такие здесь у нас растут корешочки в скорлупе. В этой замечательной. Очень хорошо себя чувствуют все орхидейки. Я, наверное, вам сниму про них отдельный обзорчик. Вот осезамчик стоит тоже в такой же скорлупе кедрового ореха. Вот красавица стоит. Тоже прекрасно себя чувствует. И вот если вы присмотритесь, внизу у них у всех налита вода. Видите? Здесь у нее просто вот ведерко, а внутри, ну, вот такие транспортировочные горшочки. И циофлора, скорлупа кедрового ореха там мы с вами сажали. И внизу стоит водичка. Вот, видите, они у меня стоят с водой. Вверх практически такой суховатый, а внизу вода. Так, вот водичка внизу. Тоже прекрасно себя чувствует. Так что, уж пользуясь случаем, покажу вам этих красавиц. Мы сажали. Замечательно они все себя чувствуют. Это у нас с вами псих. Он в кокосовом горшочке, там внутри стоит кокосовый горшочек, а эти посадочки вообще без горшков внутри, просто посажены вот в такие, ой, врезалась в орхидейку, вот в такие вот вязаные корзинки, дочка у меня их сама вяжет. И вот у нас тут все прекрасно с корешками, это у нас сакура бабочка, а это у нас с вами, ой, господи. В общем, кто смотрит мои все видео, те знают. Биг Бен. Ой, Биг Бен, говорю. Ребят, все вылетело из головы. Не буду забивать вам голову. В общем, тоже замечательно себя чувствует. Видео о его пересадке тоже есть чуть ниже на моем канале. Ну, вот так вот. Замечательно мы тут себя чувствуем все. Это съедает листик. Кстати, она тоже после обновления. Мы обновляли и отрезали шею. Тоже видео есть на канале. Ну, так небольшой обзорчик, да, что здесь у нас происходит. Здесь у нас замечательный цветоносик лезет. Ну, а так все прекрасно-прекрасно себя чувствуют мои красавицы. Ну, все, дорогие мои друзья, на этом я буду заканчивать свое видео. Всем пока, до новых встреч, надолго не прощаюсь, я обязательно вернусь. Пока-пока, с вами была Любовь и мой мирок орхидей. Не забываем поставить лайк и подписаться на мой
канал.